Какой водитель не любит быстрой езды? Жители Эстонии не исключение. Любят ездить с ветерком и не всегда замечают знаки, ограничивающие скорость движения. И сегодня в рамках дня измерения скорости полицейские проверили соблюдение скоростного режима более чем в 300 различных местах по всей стране. В прошлом году в ДТП на дорогах Эстонии погибло 78 человек. Из них 25 потеряли свои жизни из-за неправильно выбранной скорости движения. За первые 3 месяца этого года по той же причине уже погибли 5 человек. Зачастую даже опытные водители неправильно оценивают дорожные условия, свои навыки вождения и скорость реакции. Скоростной режим может быть такая акция, которая сегодня проходит не только в Эстонии, а по всей Европе, в 22 странах Европы, где полиция обращает очень большое внимание на превышение скорости. Конечно, не только наказывает, но и напоминает, что превышение скорости – это одна причина, почему случаются у нас аварии. Места для измерения скорости были выбраны на основе предложений, которые полиция получила в рамках проведенной в ноябре прошлого года дорожной толоки, а также опираясь на результаты анализа рисков. Конечно, за превышение скорости в 1-2 км в час полиция вас не остановит, но вот за 5 или 10 км можно уже получить приличный штраф. Рихо Танак также отметил, что превышение скорости является одним из самых распространенных нарушений на дорогах Эстонии. Главная опасность – это для пешеходов, когда транспортные средства сталкиваются с пешеходом. Там уже 10 километров больше скорости. Это может быть для пешехода фатальным или он получит очень тяжкие повреждения. В прошлом году полиция зарегистрировала более 42,5 тысяч таких нарушений. Кроме того, в 2014 году полиция выслала 89 793 сообщения о штрафах, выписанных на основании данных стационарных камер измерения скорости. Словом, знаки, ограничивающие скорость движения, установлены не случайно. Причем помимо самого водителя пострадать могут и другие участники движения и пешеходы. Не меньше опасности на дорогах создают и те водители, кто наоборот двигается медленнее, чем указано на знаках. За ними тянет весь поток, нарушается скорость движения, и другим автомобилистам приходится идти порой на опасный обгон. Екатерина Плехович, Ясов-Скалецкий, Первый Балтийский канал.